тяжелой весовой категории, до 75 килограммов. У Светланы перед Олимпийскими играми в Пекине была сложная операция на колени, ей удаляли мениск, а после этого она, конечно, долго-долго восстанавливалась, но вот в 2011 году попала на чемпионат мира, ну, выступила в свою силу, показала свои результаты. А сейчас выход колумбийки к своему первому подходу — Мерседес Изабель Перес. Два к одному вес засчитан. Почему два к одному? Посмотрим замедленный повтор. На грудь все четко, без ошибок. Ну, с этого ракурса мы точно ничего не увидим. А с другого нам не